что, сегодня 8 марта. С 8 марта, милые мои женщины, девушки. Вот, отправляю вас сакуры с такой вот красотой. Вот, чтобы у вас всегда в душе была весна. Вот такая красивая. Зелененькие, свеженькие листочки. И тоже хорошо. Свеженькая. У нас, как всегда, 8 марта, в марте холодно. Я не помню солнечной погоды 8 марта. Вот вам вот такое вот послание красивое. Немножко кричат они, но такие они есть. Обязательно они должны кричать. Весь народ, я ушла от них. Вот это вот очень красиво. Еще раз мы к ней подойдем. И вот сколько дней вот эта сакура. Кавазакура. Сакура, она очень быстро. 3 дня. 4 дня от силы. А это вот неделю, вторую неделю. И народу сегодня много, да? А я пойду попью кофе где-нибудь красивое. Цветов у меня нету. Будут такие цветочки. Ну вот же это красота. Буйное цветение. Вот здесь почти нет листочков. Вот вам всего хорошего. Смотрите на такую красоту и набирайтесь положительных эмоций. Действительно. Вот такой красивенький. И главное еще, хочу пожелать здоровья, потому что здоровье – это все. В молодости это еще, может, не очень понимаешь, но потом это уже немножечко постарше и понимаешь. И вот, и чтобы любоваться такой красотой, что нужно? Нужно вот включить мое видео, да? Правильно я говорю. Слышите, щелкнут. Кстати, в этом году очень много молодых почему-то на сакуру пришло. И тут темно. На сакуру посмотреть. Даже удивительно. Обычно их нету. Ну так. Так что с 8 марта. Смотрите. Немножко близко не подходит. Смотрите, любуйтесь. И набирайтесь хорошего настроения. Все, пока-пока. Еще конфетки пойду сниму. Вот. Так что, вот он такой приветик от таких цветочков красивых. Ой ты, боже мой. Какая шапочка висит. Буйное цветение. 8 марта.